22 миллиона будет выделено из бюджета на субсидирование железнодорожных перевозок. Средства будут направлены на компенсацию части потерь в доходах пригородного железнодорожного перевозчика. Их общая сумма по подсчетам Государственной службы Чувашии по конкурентной политике и тарифам составит более 58 миллионов рублей. 22 будет выделено из федерального бюджета. Сегодня в Чувашии пригородные перевозки занимают 1% от общего числа перевозок. Однако сумма субсидий в 100 раз больше, чем у других видов транспорта в расчете на одного пассажира. Для оптимизации баланса бюджетных дотаций, учитывая социальную значимость, в прошлом году региональные власти стали постепенно снижать количество вагонов.